пытаемся как можно более наглядно развить на первых занятиях, когда есть еще энергия, запал, отношение к студентам. Мы говорим, не знаем никого, все хорошие. Даже если мы знаем, догадываемся, то все равно хорошие. Значит, он поправился, если мы знали о других предметах, то сейчас он стал более послушным, уже обтесанным нашими рядами преподавателей. Хочется начать спецкурс с того, что несколько, кто поднимите руки, кто не знает меня на других предметах, что я вижу тут темочки, я знаю, ПГС, да. У ПГС не было своих метрологических занятий на нашей кафедре. Да, вам что-то другое читали, вы все знаете из другой метрологии. Ну и все будет хорошо, ребята. Уже подсоединено, все запитано, Витуша тоже поехала. Да? Поэтому сегодня такое, значит, занятие у нас как по расписанию, так и будет. 11.00, 13.00. Тем более, что сегодня в перерыв мы еще должны там на ковер куда-то сбегать с аспирантом. Но в 13.00 будет такая же лекция, и это же оборудование мы используем и на второй паре. С точки зрения, скажем, вот истории, ну и кто со мной не знаком, значит, говорю, что учился 2 года в Санкт-Петербурге, Ленинград, потом 3 года оставшихся в Москве, транспортный институт, как наш ДИИП, факультет ПГС. Сейчас переписываемся с этими всеми ребятами, со школьными, а школу в Москве кончал. Так что вот такое, 8 лет работал на проектной работе, 5 лет московский промстройпроект, весь союз проектировали, дома типовые, вот, до сих пор железобетона по союзу полно, он не развалится, долго еще, балки покрытия до 18 метров, фермы, преднапряженные балки и фермы, колонны, типовые серии. Сейчас такого вообще не делают, сейчас слово типовое исчезает, но вы знаете, что конструктор, создавая здание новое, раньше брал серию компоновки, и ему надо было размер там 36 на 108, он брал такую-то клеточку и все там готово использовал. Сейчас это сплошное творчество, почему такой размер, почему не такой. А кто будет строить, тогда тоже протокол составлялся до проекта. У строителя спрашивали, что он может. Он может преднапряжение такого-то пролета создать или нет. Вот эти все проблемы у строителя возникают при проектировании каких-то конструкций. Ну а судьба дальше бросала, значит, здесь. Я приехал пару лет, руководил группой проектного института на театральном, там, Ибрамашпром, Южмаш проектировал, короче говоря, все эти страшные здания. И потом вот у Лазаряна, Всеволода Родионовича, я в его школе научился. Я так захотел учиться, вот, может быть, у вас это придет. Вот у меня это пришло там, на 8-м году моей деятельности. Я не хотел быть проектировщиком, начальником. Я не хотел. А работать не начальником смешно, если ты знаешь больше начальника, да еще что-то там работает. И вот после этого захотелось, скажем, учиться. Вот до сих пор я хочу учиться. Вот если бы платили денег за то, что ты учишься, я бы туда и пошел. А так приходится вот как бы вечером готовиться и учиться. Так что кто хочет учиться, это самое нормальное в любом возрасте желание, это настоящий инженер, который идет в ногу с проблемой. Вот с Лазаряном делали испытания, Лазарян зашел в этот вагон с реактивной тягой,
1972-73 году делали испытания ДИИТ и Институт механики, вот там, где я работал, Лазарян руководил. А Лазарян был ректором ДИИТа, очень мощный инженер, которого все школы он создал, которая еще будет тут, я надеюсь, не затухать, а расти, потому что база была заложена настоящим ученым, ну, в старом понимании профессора, но и в новом понимании внедрения. У него все было для дела, для чего-то, для какого-то узла. Там, к нему ездил весь союз там, по железнодорожным вопросам. Ну и вот. Мы начали, скажем, уже заниматься глубоко наукой, там я защитил диссертацию кандидатскую после изучения всех особенностей специальных вагонов, ну, с какими-то, скажем, начали искать, скажем, уже в отделе Лазаряна занимались длинными экипажами. 18 метров, обычный вагон маленький, а вот пассажирский уже там по 17 метров. Так надо и длинные грузы перевозить. Вот, значит, начали заниматься динамикой, как колеблется на разных скоростях, на стыках, рельсовые плети, и все равно остается ослабление стыки. И вот как эти вопросы, значит, решаются в задачах механики. Гашению нелинейных колебаний мы сосредоточились уже, как бы цель вот всех тележек транспортных экипажей и автодорожных транспортных средств, что там всегда или рессоры, или вот клиновые демпферы, и пружины вы видите всегда под вагонами. То есть это устройство, как бы разные термины, там амортизатор или демпфер или гаситель, это все разные слова, они нацелены на снижение амплитуд колебаний, чтобы большой удар на жестком подвеске не передавался на пассажира, на грузы, которые перевозят автомобили, скажем. И вот эти задачи, значит, они вечные, как оказалось сейчас, и они не решаются никак. Вот вы возьмете любой комплекс, там, компас, настран, ансиск, там слово появляется нелинейный, но в каком-то первом понимании из там, 50 видов нелинейности, там первая нелинейность появляется в расчетах статики, на статические нагрузки. И это вечная задача, я вот гарантирую, что она действительно интересна. Потом, значит, сейсмозащиту, я опять же говорил, мы здесь читаем курс, вот, этот первый блок, как он сказал. Я его называю динамика сооружений и сейсмостойкость. Динамика и сейсмостойкость. Но сегодня мы начнем еще и со статики, с простых задач, чтобы всем было приятно, что, знаете, когда какие-то сложные моменты по телевизору мы смотрим, сложнейшие какие-то выводы, и там говорит ученый, ну, как всем известно, или как вы все знаете, чтобы у вас такое ощущение было, что вы так хорошо все понимаете. Да? Да. Ну, испытания тоже, метрология курс был, да, это целая проблема. Лабораторию надо содержать, надо развивать. Надо, вот, завтра приезжает товарищ из Одессы, он заведует лабораторией сейсмостойкости Украины, вице-президент. Вот все эти динамические модели, вот, мне удалось тогда защитить докторскую уже по строительству, создавая вот эти тонкие модели динамические, значит, защитил докторскую по динамическим моделям зданий и сооружений. Сооружений миллион, там, башни, мачты, мосты, самое большое сооружение, знакомое для Днепропетровска. Ну и здания тоже проблемы. Поэтому развиваем и хвалимся иностранцам. Они очень любят, когда
есть такая возможность чему-то поучиться, и тоже в них. Ну вот внедрение стадион Метеор, да, обследование разных высотных башен, осветительных. Надо было Куличенко, все знают, кто такой, хотел, значит, проводить там футбольные матчи, надо было ярче свет, там фирма Philips, другие нагрузки, другие поверхности, ветровые. И вот этот козырек обследовали, эти башни обследовали, дали рекомендации, их проектный институт уже, вот там, где я работал, как раз усилил. И этот стадион готов к некоторым вещам, они сейчас собираются его развивать. Это вот наш город Хайдарский мост. Проводили целевую работу. Внизу два водовода, 820 труба с водой питьевой на левый берег. Правый берег давно аульским пользовался водоводом, а левый, значит, все грустил. Вот мы на левый берег проводили две трубы здесь. Проведены. Надо было догадаться, с каким шагом приводить к закладным деталям птичьи железобетонного моста стальные траверсы. Как этот узел рассчитать, да как сделать этот шаг в траверс, можно ли на одну траверсу две трубы или в шахматном порядке. Так, вот эти вещи мы провели испытания, поставили датчики на мосту, попросили гаишников реализовать такую программу, как нам надо, какие транспортные средства загнать. И эти данные ввели потом в компьютер, чтобы совместно решает задачу колебания моста и подвески вот этих больших труб с водой. Это Вильнюс, Вантовый мост. Два раза ездили на испытания и дали рекомендации по снижению горизонтальных колебаний моста. Вот мачта, это вечная проблема на крышах. У нас тут ставят такие высотные объекты. Стержень с оттяжкой. Оттяжка, ветер слева подул, правая оттяжка без нагрузки. Сила равна нулю. Нелинейная задача. Не работает эта опора, а есть опора только слева. И так далее. Вот эти вот взаимодействия с ветровым потоком, это проблема из проблем. Ну вот здесь тоже. Тут была питьевая труба, 100 метров пролет, каховка. И внизу, вернее, питьевая вода внизу, а внутри нефтепродукты провод. Если авария произойдет, значит там регион без воды. Поэтому проблема была расчета, испытаний, вот как-то аэродинамического расчета с снижением амплитуд колебаний. Тут мы вместе с профессором, тогда заведующим кафедрой мосты, профессором Казахевичем, вместе ездили, испытания проводили. Здесь донецкие мощные две рамы внутри корпуса нового, на рамы ставится мощный грохот с разной частотой, с разной силой возмущения, что там какие-то работы по добыче полезных ископаемых уже из отходов. В общем, очень интересно. Ну и вот это на Гагарина в конце вы все видели объект, который мы за неделю задумали, за месяц рассчитали и законструировали. Передали нашим ребятам, тоже бывшим резонансом, в завод бабушки, на конструкторское бюро. Хватало эти данные и сразу передавала на завод. И пайком машина варила эти стыки, сопряжение кривой поверхности трубы одной, трубе другой. Вот пока, значит, так все получается, но мы тут реализовали как минимум две идеи. Одна идея динамического формообразования, совершенно необычных форм, как их на динамике придумать. Нагрузки-то от ветра, от транспорта рядом. И вот как сделать так, чтобы эти нагрузки нету в нормах указаний. Как вот эту вот штуку считать, и на транспорт, землетрясение, у нас 6 баллов. Илья Аркадьевич не сказал, по новым нормам ДБН
2006 года в Днепропетровске, третий уровень ответственности сооружения должен быть рассчитан на 6 баллов. Так вот, в этот динамический метод раз определяли только собственные частоты. И, получив собственную частоту, говорю: о, смотри, первая форма, вот этот болтается луч, давайте его сделаем из более мощной трубы и меньшей длины. Ага. Теперь вот это болтается, спутник, надо его ужесточить или уменьшить высоту. То есть вот так мы быстро конструировали, рассчитывая только собственный период. Всякое другое, типа больше 21, сборник уже совместный, ГАСа, ГИИТ, еще Коношенко там есть труды, и Варшавской политехники. Вроцлав, Гданьск, Кельце, там автодорожные конференции хорошие, Краков, Гольштейн на севере Польши, Закопане, много конференций. Наш последний семинар был там, польско-украинский. Жешу и всякие разные там, типа Москва, Донецк, Киев, Одесса. Передавайте.